Добрый день, ребята. Храни вас, Господи. Ну что, я в лесу с собачками, за сачком пришел. Так, сачка 8 литров. 8 литров наколошматил. Вот. Так что попить хватит и своих напоить вполне. А больше он и не нужен. Что его, консервировать что ли? Он хорош, когда он свежий. А это кипятить и все остальное, это все ерунда. Это на случай ядерной войны. Вот. Сейчас вот погодка портится. Погодка йог. Это значит, дождик пойдет. А дождик пойдет, это будет сачок в перемешку с водичкой. Это уже не то. Да. Вот они, ребятки наши. Василий Батькович. Так, вон он. Хорош, красавец. Ну скажи что-нибудь, Вась. Ну скажи. А? Ну что-нибудь скажи, а? Вась. Василий. Ай, Василий, ай, Василий. А вот Герочка. Герочка, ну, Герочка, ну. Ну, улыбнись, Герочка. Герочка, а, улыбнись, маленькая. Маленькая, улыбнись, ну. Ну, скажи, чиз, чиз. Дай лапку, дай. Ай, ай, хорошая. Ну, дай лапку-то. Ой, хорошо. Как она лапку дает. Ой, хорошо. Молодец. Вот такие вот пироги, ребята. Я не знаю, если дождя не будет, еще, может быть, разочек сниму. Место хорошее здесь. Березки с удовольствием сок отдают. С удовольствием, с большим удовольствием, я хочу заметить. Поэтому, а как сачок возьмем, дырочки все глинкой замажем, и все. И он течь не будет до следующего раза. А в следующем году опять, как говорится, скроем, добудем сачку и опять замажем. Так вот, ребята. Ой, красота. Да, у природы все-таки нет плохой погоды. Каждая погода хороша. Ну ладно. Храни всех, Господи.